Всем привет, привет, мои хорошие. Да, наш канал про орхидейки. Сегодня у нас 5.4.2020. Но сегодня мы будем опять с вами рассматривать не орхидейки, а хочу приготовить лепешечки. Лепешечки с брынзочкой. Как я это буду делать, я вам сейчас обязательно покажу. Вот такие вот у меня красотки тут. На улице у нас с утра то снег, то дождь, то непонятная погода. И вот, наконец-то, выглянуло солнышко. Такое небушко. И полюбовались маленько цветулечками, моим диким котиком-красавцем. И пойдемте готовить вкусные-привкусные лепешки. Вот так проходят наши дни на карантине. Что делать? На улицу выходить нельзя. Будем готовить, кушать. И про орхидейки каждый день тоже нечего показывать. Если вам интересно, то оставайтесь и посмотрите, как я это буду делать. Ну вот, и можно начинать готовить пирожки. Мартюшка у нас тут пришел с гуляния, да. В общем, я делаю всегда все на глаз, поэтому как и что, в каких объемах, я вам сказать не могу, потому что у меня это все происходит всегда на глаз. Берем 2 яичка. Я покажу вам просто, как это делаю я. Берем 2 яичка. Берем примерно 2 столовые ложки сахара. Так, сахар мы попозже с вами высыпем. Ну, примерно 1 столовая ложка соли. И все это мы с вами вот так вот взбалтываем. Далее мы добавляем с вами сметанку. Пол баночки. В этой баночке было у нас сколько грамм здесь? Масса нета 300 грамм. Здесь пол баночки. Ну вот 150 грамм. В общем, из того, что есть. Есть кефирчик, значит, можно кефирчик добавить. Есть сметанка, значит, можно сметанки добавить. Как вам нравится. Нет ничего, можно это сделать на воде. Так, теперь добавляем муку. И перемешиваем.
Далее мы добавляем с вами примерно стакан, чуть меньше, теплой воды. Ну а теперь добавляем опять муки и делаем такое тесто, чтобы оно не приставало к рукам. Тесто наше готово, оно не липнет к рукам, и вот такое замечательное. Оставляем наше тесто немножечко полежать. Сейчас, минуточку. Накрываем пакетиком и отставляем в сторонку. Берем крупную терочку, брынзу и натираем ее. Далее берем зеленый лучок. Вы можете его не добавлять, если не любите. Я добавлю, потому что я его на подоконничке вырастила. Добавляем сюда. Берем, смазываем руки маслом чуть-чуть.
Так, ребят, тем временем мы с вами ставим греть сковородку. И масло мы в нее не добавляем. Берем вот такую скалочку и раскатываем наши лепешечки. Так, особо не усердствуем, так? Ну, так. Ой, этого будет достаточно. Такая лепешечка у нас получилась. Вкладываем ее в сторонку, берем следующую. И вот у нас первая вкусняшка готова. И берем мы с вами еще одну и ложим в сковородку. Хочу напомнить, что сковородка не в масле. Закрываем крышечкой. И оставляем. И вот такая красота у нас тут получается с вами надутая. Шумит это уже чайничек. И сейчас мы будем это все кушать. Вот такая вот красота. Сейчас я вам покажу, что же у нас получилось. И вот такие у нас вкусняшки сегодня получились. Кто любит, можно смазать сверху сливочным маслицем. Мы этого не любим, потому что после смазки они становятся более мягкими. А мы любим, чтобы они были такие хрустящие. И вот такие вот они получились у нас внутри. Вот такая вот красота. Хрустящая, вкусная у нас получилась. К сожалению, кушать я на камеру не буду, а то опять будут писать, как некрасиво, что вы чавкаете и все такое прочее. Поэтому желаю вам приятного аппетита и пока-пока. Да, ребят, и хотела вам сказать по поводу вчерашнего видео, что вчера это был просто... Хотела вас повеселить, скажем так. Не думайте, я не чавкаю и чавкать не люблю. Но если бы я не хрустела так смачно вам на камеру, не было бы понятно, что это очень-очень вкусно. Поэтому всем пока и до новых встреч. Не забываем ставить лайк.